วัสดีค่ะวันนี้มาทดลองสมุนไพรทิเบตล้างจมูกกับหมี่ซุกนะคะทิเบตอินเฮิร์บเจย์วิลชุด this good this good relax and you can do anything so you put a little bit of the powder on the pinky finger close one nostril and inhale through the other nostril and then put another And then inhale through the other nostril. Inhale it fully, don't hold it back. Make sure everything gets in. For the best result, just fully inhale it inside. It's a medicinal powder, don't hold it back, inhale fully, you'll sneeze, but it's good. It's a way to let the stress and toxins out of your body. Медицинские травы, все хорошо, это выведет зажимы. Мышечные проблемы, головная боль. Расслабляйтесь, дышите. Один раз нужно это вдохнуть. Нет, нет, оставьте на потом. Колоссальное очищение, очень мягкое, но глубокое, потому что выходят токсины, зажимы, слизь, которая совершенно не нужна в нашем теле. Выходит много слизи. Через нос, через слезы, это все слизь. Пускай она выходит, и потом появляется смех. Это очень хорошо, потому что освобождаются блоки, уходят блоки. У кого их много, то вы все прочихаетесь, просмеетесь, проплачетесь. Дальше у нас, друзья, по плану будет семинар небольшой по кристаллам. Вы узнаете, что такое кристаллы, как они воздействуют на организм. После будет цигун. Цигун – избавление от стресса. Стояние на гвоздях. Будем открывать энергетические каналы. И мантра-терапия, мантра-медитация – световое шоу и танцы. Спасибо вам большое. Отдыхайте, расслабляйтесь. И можно не уходить. Будет сейчас продолжение по кристаллам.